Окей, пока что придется комментировать с другого разъема. Я не знаю, насколько тогда получится качественно все, но по крайней мере он работает, это я знаю точно. Да, ну что ж, начинается встреча. Если что, вдруг пишите, если вдруг звук все-таки не работает, потому что я понял, в чем проблема была, но решить ее сейчас я не знаю, смогу или нет. Мне в любом случае нужно будет время. Пока что представим команды, и придется представлять без моей любимой этой штуки, потому что времени нет. Вот сейчас Френ будет у нас отыгрывать на лайв-стилере, это Arcadia Gaming играет, Акама это Templar Assassin, Акама это Templar Assassin Midlane. На оффлейне будет стоять 498 на Аксе, Джедидая это Огрмаг, и на котле будет отыгрывать X-Bob. Состав команды Genesis Esports. Да, ужасный этот звук получился, реально. РЛ это Кентавр Керри или что? Что-то интересное будет. Ну, РЛ на Center War Runner отыгрывает у нас. Shadow Fiend это Секойква. Сняли, кстати, ту же вард. Просто без каких-то особых проблем. Плюс одна душа СФу. Тимбер Соу это Рюсама. Рубик это ЕКФ. И на Баланаре будет отыгрывать Граффи Дэнс. Странно, сразу с Талоном, это что-то новое. Ну окей, начинается встреча. Пошли команды вперед. Ну что тут, конечно, да, айфон сильный, я не знаю. Ужас какой-то. По звукам произошло. Ну окей, смотрим. Здесь X-Bob хорошо действует. Это... Я не понимаю, как они будут стоять, честно. Я не понял, кто есть кто здесь. Нет, все-таки это, наверное, Кентавр оффлейн будет. Да, РЛ будет на оффлейн Кентавре играть, а Рю пойдет на Тимбере. На первую позицию. Скорее всего, так это будет выглядеть. Поскольку все-таки именно Рю стоит на изи лейне. Неплохо так, кстати, проходится он по Аксу. Ну, здесь стоят два персонажа друг другу. Хотят помешать при помощи саппортов. Получается, что здесь стоит 4 персонажа, то есть по 2 от каждой команды. И начинается размен Секойквы, у которого, кстати, только 2 души. Джедидая продолжает бить его. И там всего лишь действительно 2 души сейчас. Она переласхичивает своего противника, и это получается лучше. Вот Граффи Дэнс пока что ничего особо противопоставить не может. Темпларочки. Прекрасно просто переднаивает все, что только можно. Но здесь они оба, в принципе, денают хорошо. И первый, второй. Кодл фармит лес через Illuminate. Некая подводик сделал. Этот отводик сейчас будет, наверное, зафармлен Аксом, да? Тимбер стоит, у Тимбера нет маны, есть, в принципе, манга, но вряд ли он его сейчас будет использовать. Спокойненько постоял, получил баунти руну, получил экспу. Здесь, в принципе, все прекрасно. Ноль-ноль счет. 2 минуты прошло. В принципе, как бы пакуй йо-йо, и там умер... там он умер, пытаясь, видимо, зафармить крипа. Да, все в порядке. Граффи Дэнс умер. Счет 0-0 до сих пор. Да. Если плюс звук, то это уже хорошо, поскольку действительно со звуком были какие-то проблемы определенные. Если что, я его исправлю на нормальный звук, то есть на человеческий, с нойзгейтом, со всем остальным, но уже к next игре, к next карте. Здесь, кстати, вышли на Акса, пытаются его загнобить, Акс уходит. Или не уйдет? Нет, здесь прекрасный First Blood оформляет Рю. Там поднял Якаев хорошо, противника. И
Оффлейнер не сдюжил. 1-0, продолжает Джедидая воровать экспу. Тут уже у СФ 14 душ есть. Ситуация получше у него стала. Я тут очень жестко Акама денает. Мы видим 17 на 15 у него крипстат. 15 денаев это в принципе достаточно, чтобы сделать жизнь СФ не особо легкой. Конул продолжает фармить лес, кстати. Причем у котла все, в принципе, неплохо, да, смотрится так. Здесь Джедидая контролит руны. Неплохо. И Акама действует, но сейчас он может, кстати, встрять. Потому что урона там достаточно у Секойквы, но этого не хватит, чтобы убить Темплар Ассасин. Темпларщик, кстати, вкачан мелт. Довольно рано вкачан мелт, это значит, что... Хочет что-то все-таки активничать. Мидер команды Аркадия Гейминг. Но здесь сейчас наступает ночь. И вот за ночь, за первую ночь, нужно хотя бы кого-то но убить. Получить преимущество. Здесь вот бежит, кстати, Графиденс. Здесь будет подсейв, наверное, какой-то от Огра. По крайней мере, станчик есть. Здесь не видят. Не видят Баланара. Нет, все-таки увидели Баланара. Баланар просто бегает. Тут может... Нет, не может ничего случиться с Templar Assassin. Хорошо действует Тимбер. Тимбера сейчас жесткое преимущество на арене. Ну, как бы, Акс его сейчас никак, в принципе, не пробьет, мне кажется. Тем более, что Каллинг Блейда нет. Но всего лишь 0-1 счет. За 5 минут мы можем посмотреть, что бешеный крипстат у Тимбера. 40 крипов у него есть. 41. И Найкса он по крипам обгоняет. Вот Найкса сейчас, кстати, могут забрать. Хорошо, здесь вышел Графиденс. Еще подрубается Стампида, но ничего не удастся из этого ганка. Пытаются убить Эрелла. И Эрелла нет, не стали убивать Эрелла. Решил просто уйти. Лайфстиллер. Или нет? Он что-то как-то хитро мучит все. Мне нравится, как он мучит, но его здесь видно. Ну что ж... Что он делает? Его сейчас подцепят и убьют. И, кстати, могут еще раз убить Акса. Акс все-таки выживает. У Акса достаточно ХП. Но Тимбер здесь стоит уже между вышками. Ему ничто не может помешать. Он тут еще, он еще успевает обузить Soul Ring с арканами. Это... Это дьявольское такое. Прям очень хорошо отыгрывает сейчас. И сказать тут сложно что-то. Все, что делает Акс, это стоит и ничего не может. Потому что он даже сейчас к экспе подойти не может, грубо говоря. Прекрасно было сыграно. Все-таки убили здесь лайфстиллера. Однако и кентавр тоже умер, поэтому это не такой уж плохой был уход в таверну для Найкса. Хотя у него до сих пор ничего нет, это стоит понимать. Акс сейчас может просто умереть, но нет, он все-таки смог прожать Каллинг Блейд и убить Тимбера. Ну, повезло, повезло, что покрутился он удачно и все-таки оставил Тимбера ни с чем, отправив его в таверну. 2-2. Пока что игру мы видим, ну, достаточно равную, наверное. Не знаю. Графики сейчас, я думаю, не стоит смотреть. Все-таки прошло всего лишь 7 минут. Вряд ли там что-то сильно изменится. Но здесь очень сильно ошибся Xbox. Его сейчас просто за танчик убьют. Там Double Edge, он мертв. Прекрасно сыграно. Еще и Void прошел по нему. Ну, прекрасно. Ночь сейчас кончится. За ночь оформлено 2 фрага. И, кстати, фастаганим будет у Найтсталкера. Это хорошо. Это интересная реализация. Вот он сейчас выбегает, правда, уже ночи нет. Подрубает штучную ночь. Здесь Акса бьют. Акс
прожал шрайн. Бежит Котл, а вот сейчас, если в котлу прожать фонарик, в принципе, Рубиком может и можно было остановить. Это мы бы уже под сейф, поэтому решил Котл сыграть более сейвово и не рисковать. А вот Найксы сейчас могут просто убить, к нему идет хелп, но хелп этот уже будет бесполезен, поскольку еще парашюток подцепили. Хотя не сильно удачно. Джеди Дайя сейчас будет бить вместе с Саксом графа. Граф умирает. 3-4. Ну и вновь умирает лайфстиллер. У лайфстиллера в этой игре все не так шоколадно, как у него было обычно. Крипов маловато. Ну, наверное, мне, кстати, очень нравится, как он отыгрывает. Старается он все-таки загнобить Исефа. Сложно сказать, кто из них мид выигрывает. По крипам, да. Тут Ланая все-таки чуть получше находится. Но вот по игре, по импакту сложно сказать. Нет здесь какого-то. Ответ на Тимбере Сир 8. Но я не знаю, кто это такой, поэтому он будет просто у меня Рю сам. Остается буквально солочка у Акса до Блинкдаггера. Ему сейчас нужно просто вот этот так зафармить и все. И, кстати, хорошо действует Акама. И может он соло убить Секойку, Секойква умирает. И вот все-таки получается какое-то преимущество из этого вынести. Еще дальше на развороте бьет Мелдом. Тут граф с ДД, но уже Дедая его останавливает. 4-4. Соло фраг для Ланаи получился. СФУ больно. И Блинкдаггер появляется у Акса. Значит, не все так просто. Здесь, в принципе, хорошо действует ТРЛ. У РЛ сейчас худ уже есть. Его осталось только докупить кольцо. Будет худ, можно уйти в лес. Хотя здесь в лесу есть СФ. Это вот не лучше. Поэтому, ой, хорошо, как вновь отыгрывает Акс, успевает убить Секойку. Сам, правда, умрет, но это хороший фраг. Это, опять же, фраг не в пользу Шэдоукинга. У Акамы еще руны иллюзий. То есть вот если сейчас правильно сыграть, но нет, правильно здесь Акама не сыграет, его убьют, скорее всего, Джеди Дайя. Ну да, здесь минус. Минус Акама. Вот это вот было очень хорошо от генейсов сыграно. Сразу же пайп. Или что? А, нет, это не пайп, это просто активка худа. Умирает Котл. 5-7. Наверное, вот сейчас стоит отступить. Сейчас Аркадий стоит отступить, чтобы не влипнуть. Сейчас штучная ночь, потом еще будет настоящая ночь. И в это время, конечно, лучше не драться, поскольку сейчас Маланар будет набирать преимущество. Однако здесь хорошо действует Фрэнс. Фрэнс носит вышечку, использует инфест и пытается уйти. Все хорошо. Далее, правда, Сайленс. Кончается ультимейт Маланара. Еще есть время. Здесь еще вард упадет. Но все-таки он еще есть, и поэтому команда будет выходить, потому что началась ночь, и можно выходить сейчас на лайфстиллера, у него нет инфеста, его можно убивать. Достаточно спокойно, причем убивать можно, ну, да, его до сих пор видят, и видят, куда он пошел, но выхода, наверное, не будет. Кстати, я вижу, что у Шэдоуфинда до сих пор нет Блинкдаггера. Не так уж ему легко оказалось стоять в миде против Ланаи. А тут выход в смоках. Ух ты, выход в смоках будет. И кого-то собираются подцепить. Парни все-таки вышли слишком неудачно. Вышли, пропадает смок со всех. Да, неудачный получился смок-ганг. Лайфстиллер фармит у него. А, будет уже армлет. Сейчас уже будет армлет. Его осталось докупить. 12 минут прошло игры, можно посмотреть, что у нас по крипстату, по нетворсу. Крипстат у нас тут, кстати, довольно жесткий у всех коров. Хорошо, в принципе, отыгрывают парни, крипов бить умеют, это уже радует. Значит, явно не зря мы эту игру смотрим. Тут есть те, кто старается и хочет выиграть.
По общей ценности мы видим, что да, Тимбер впереди, у него есть Бладстоун. Правда, пока что больше ничего, но это, как сказать, капля в море будущего 20-слотового Тимбера, убивающего любого за два чакрама. Ну и Темплар Ассасин на 700. Золото больше имеет, чем SF. Видно, что у SF дела сейчас не так хорошо идут. Хотя, блин, да, дело сейчас уже появится. Совсем чуть времени осталось. Задувает иллюминейтом Рубик. Но это никак не помогает. Ладно, продолжает стоять, кстати. Тут Акс. Вот это может быть... Да, врывается. Пошла провокация по Найтсталкеру. Найтсталкер умирает. Теперь остается без ночного преимущества. Прожимает ТРЛ Стампит. Пытается уйти. Еще один прекрасный агр. Просто 498 минус будет РЛ. Но у нее ТРЛ, кстати, смог добиться того, что Халингвей будет в откате. Однако здесь еще влетает Рюсама. И он тоже умрет. Не дотягивается он своей цепью до дерева. И 8-7. Отличный выход. Минус 3 оформляют Аркадия. И будут идти дальше. Будут идти дальше. Единственное, правда, вышки вообще не хотят сноситься в этой игре. Всего лишь две вышки у обеих команд снесено. У одной по каждой. И это на 15-й минуте. Можно, кстати, сейчас уже посмотреть по графикам. Тут прошла парочка интересных файтов. Мы видим, что, в принципе, по графикам все ровно. Даже смотреть особо и нечего. Да, по XP чуть Genesis лидирует. Там почти 2000. По Networks уже все ровно. Ну, так что еще сказать можно по игре? Ну, пока что ничего особо сказать нельзя. Просто еще один выход. Акс сейчас будет прыгать Рубика, и минус Рубик. Тут вообще без вариантов. Прекрасная инфест-бомба, сыграна просто по классике, так сказать. Ну а Секойко будет забирать вышку. Да, это будет падающая вышка. И на топе, в принципе, тоже должны размениваться, ребята. Тем более, что такая возможность есть. Кот тут просто фармит в лесу на Аганим. Это будет такая борьба двух противоположностей. У кого-то днем лютый вижен, у кого-то ночью лютый вижен. Игра будет делиться, так сказать, на две части. Интересно. Такой даже несколько символичный ход. Прекрасно, здесь френд фармит. Китаец. 9-7. Постепенно коры набирают силу. Тут вот Секойква сейчас уже БКБ скоро будет иметь. Правда, его не сильно это БКБ спасать будет, это на самом деле. От чего? Стана Огра. Возможно. БКБ так БКБ. Это, в принципе, всегда полезный слот. Тем более, там еще всякие монолики неприятные и все остальное. Снесли вышку Arcadia Gaming на миде. Здесь просто так стоят аккуратненько. И Секойква уходит. Заход на Рошана, а ведь уже можно. Здесь Дизоль, там Блингдаггер, наверное, готовится у Лунаи. Аккуратно стоят, тут еще отпушивать будет Икс-Боб. В принципе, неплохую позиционку держит сейчас команда. Стоит Акс, готовый ворваться в Рошпит. А Лунаи соло забирает Рошана. Еще Джеди Дайя стоит. Джеди Дайя стоит хорошо, кстати, он смог сбить Смокс двоих. Здесь прошел
абсолютно бесполезный иллюминейт по кенту, только отнял у него рейндроп, поскольку там уже очень много магнезиста. Я думаю, сейчас здесь будет какой-то важный файт. Просто хотят переждать ночь, видимо, ребята из Аркадии, дабы не подставляться под вот эту жесть. Хотя до сих пор у графа нет аганима. Она продолжает бить. Если и так, Макс готов лететь, если что. Там все готовы. И вот он влетает, кентавр. Получает. И сейчас идеальный прыжок по двоим, да. Я думал, все-таки по троим будет, но нет, всего лишь по двоим. Как раз как кончается вот эта штучная ночь. Забирают Огра, забирают СФа. Влетает здесь Рю, пытается что-то придумать со своим прокастом. Ничего, в принципе, не удается. Раскачивают здесь Акса. Акс уйдет, но Акс сейчас еще умереть может. Смотрите, да, Акс умрет здесь. Прекрасно, здесь раскатили Акса и убили. Лежит лайфстиллер. Лайфстиллер будет убивать? Нет, не будет убивать. Тимбер пытается уйти. И здесь вот, ну, должен быть монолик. Монолик есть. И просто сейчас зацикать до смерти Рюсаму можно, поскольку он успевает засуицидиться. Какой-то жесткий малый, на самом деле, реально жестко играет. И фармит хорошо, и успевает даже Бладстоун прожать в такой ситуации. Молодец, это достойно попало. Тем временем все-таки падает Рошан, забирает Эджес Френд. Двенадцать девять. Я там даже не успел посмотреть, как это файт рекап. Я не знаю, что там произошло. В принципе, там многие погибли. Причем такие ребята, которые имеют достаточно большое количество денег. Поэтому я думаю, там все-таки, если и закончился файт, то совсем с небольшим по итогу преимуществом команды Arcadia Gaming. 12-9. Матч реально непростой получается. Просто вот когда у меня где-то зависает камера, это значит, что я переключаюсь на стрим, дабы посмотреть чат. Ну что ж, лайфстиллер. Ой, как сейчас Луная просто на хосте подбегает. Стирает с карты Рубика. У Рубика вообще все очень плохо в этой игре. Он остается соло-саппортом, считай. Это не лучший выбор, мне кажется. Пожадничали здесь. Генезис. И вот сейчас, если влететь хорошенько, можно кого-то убить. Но здесь огромный вижен от Волонара. Мы видим огромный вижен. Причем не ограниченный ничем. Ни деревьями, ни кустами, ничем остальным. Но, видимо, этого то ли не знают что ребята, то ли еще что-то. Но здесь просто хороший врыв. Умирает Тимбер в секунду буквально. Все, вот все, что есть у Тимбера, это кусок Еула и 4 заряда в Бладстоуне. Жадно сыграли. Очень жадно сыграли Genesis Esports. А у них уже будет сейчас падать мид. Скоро ночь. Кончится, 2 минуты осталось. 2 минуты осталось. Вот днем уже гораздо сильнее будет Аркадия, поскольку у котла появляется аганим. И это значит, что даже файты будут проходить в их пользу, ибо от этого иллюминейта огромный хил залетает. Здесь прекрасно разведает обстановку Найтсталкер. Но Найтсталкер здесь все, что и может делать, это работать просто большим ходячим вардом, на самом деле. Вряд ли он что-то сможет сделать более крутое по игре. Ситуация сейчас не лучшая. Но тем временем просто подпушиваются еще две стороны у Аркадии. В принципе, надо, наверное, отступить. Это закончится через 2 минуты. И выход на СФа. Это не просто выход на СФа. Как-то... Ой, как хорошо еще... Как сейчас хорошо ворвались-то в Рубика, да? Там убили котла, но... И сейчас еще
отлетел Огр, но сейчас умер Рубик, и можно идти просто добивать остальных. Умирает кентавр. Хороший агр от Такса, по одному, правда, только, да, вроде, но в любом случае агр хороший, РЛ байбекается, бьют дальше, умирает Баланар, и 18-11, прекрасно действуют коры, и Акс шикарно исполняет, Акс, наверное, все-таки самый яркий игрок этой встречи, шикарнейшие просто блинкагры у него получились, не знаю, как сказать, в этой игре шикарно реально действовал, да, там, конечно, блэкхолы по пятерым мне не давал, но цеплял именно тогда, когда надо, и это помогало выиграть файты. И здесь ни БКБ не поможет, вот это ничего, здесь просто очень хорошо вот сыграно в этом плане было. Несут шрайны. Мида нет, но еще шансы на победу остались. Все-таки есть еще две стороны с внешними вышками. Хотя Аркадия идут их забирать. Вообще обычно я как-то отмечал Xboba, но сейчас Xbob находится не в положении Рубика. Мне кажется, он отыгрывает на котле, и, в принципе, что-то имеет свое, да, имеет он Аганим. Четвертая позиция, все дела, падает вышечка, шикарно сыграно, можно даже зайти дальше, правда, Эггис нет. Это нужно понимать, Эггис вот только что кончился у лайфстилера, а здесь собираются уже Генезис идти на вышку. Дедая, хороший шоток влетел и может сейчас просто умереть. Рюсама, там по нему огромное количество урона. И вот эти руты просто явно не входили в его планы. Он отлетает. Он сейчас просто отлетает. Господи, эти руты. Как же сейчас праулеры помогли-то, а? Шикарно сыграно. Праулерами, разумеется. Просто не смог уже никак уйти Тимбер из этих рутов. Ничего не смог сделать и умер. 20-11. Снова мне что-то фризануло. Мне сегодня весь день подфризывает дота время от времени. Я смотрел стимы стриму до этой игры. Таких людей, наверное, не было. Те могли бы заметить, что некоторые моменты я из-за этого просто проигрываю. Ну ладно, здесь начинается файт, пытаются как-то выровнять ситуацию Genesis eSports, но получается все совсем иначе. Убивают вновь Сигою и бьют дальше по противникам, умирает просто РЛ, и дальше стирают с карты к чертям собачьим Баланара. Пишут ГГВП, ребята, и... Фейк ГГ или нет? Нет, не фейк ГГ, это действительно ГГ. 1-0 в пользу Arcadia Gaming. Я попробую пофиксить микрофон, получится или нет, я не знаю. Но в любом случае, 1-0 в пользу команды Arcadia Gaming. Пока что мы прервемся на небольшую паузу и продолжим дальше обозревать этот интереснейший, как мне кажется, матч.